Налогоплательщикам Тюменской области теперь не нужно запоминать 1500 кодов бюджетной классификации, а также 60 сроков уплаты налогов и сборов в год. С 1 января организации, индивидуальные предприниматели и физические лица могут оплачивать налоги через свой единый счет. Его открывает налоговая. В ближайшее время счет появится в личном кабинете налогоплательщика. Бывали случаи, когда предприниматели, обратившиеся за государственной поддержкой, получали отказ, имея даже небольшую, незначительную налоговую задолженность. Сегодня эта проблема будет решена, поскольку все платежи будут автоматически списываться с единого налогового счета. Предприниматели, которые уже протестировали работу единого налогового счета, считают, что эта система упростит работу бухгалтеров и бизнесменов, которые ведут учет самостоятельно. Вместо 7-8 платежек, смотря у кого какой объект налогообложения, ну, какая система налогообложения, делается одна платежка, и с нее уже списываются. Это не аванс, это, можно сказать, сумма определенная всех налогов, и налоговая уже самостоятельно, без нашего участия, по нашим уведомлениям, значит, распределяет сумму.